Всем привет, с вами Тома, и у нас заканчивается повтор мега-акции «Сердечки и копыта». Давайте дособерем последние жетончики. И да, Блейз я все-таки получила. Это было чуть проще в прошлый раз, чем в прошлый раз, потому что было больше времени. Так, все, я никого уже не ставлю. У нас 52 место. Блейз, да, получилось собрать, потому что было больше дней. У меня также собирал всего один пони, на нее жетон, и мы с ним, с хореографом, очень долго и печально собирали, но так и насобирали на Блейз. Это ветеранша отряда Чудо-молнии, сама невозмутимость. О чем переживать, когда можешь просто летать настолько быстро? Вот, очень этому рада. Остальные призы у меня были камни. Как видите, у меня подкопились камушки. И также жетоны сердечки я насобирала. Вот эти вот, да, которых тут еще падают. Вновь на стол записи меткоискателей. И что-то убрался там. На стол записи, на пару коробочек декора. Так, я надеюсь, у нас тут с магазином сейчас получится. И карта. На пару коробочек с декором и на магазин. В прошлый раз я собирала на пони, в этот раз я собирала на магазин. И поскольку у нас опять-таки было больше дней... вот он, магазин. Лагерь меткоискателей со всеми интерактивностями. Он производит листовки для лагеря. Так вот, поскольку у нас опять-таки было больше дней, то мне кажется, может быть, не точно, но может быть, можно было насобирать и на пони, и на магазин, если вы в первый раз проходили, потому что у меня, допустим, сколько там еще, 42 сердечка, и то я сегодня купила от нечего делать еще одну вот эту коробку. Вот, могла бы не покупать, и стол могла бы не покупать, и там еще бы 500 накопилось. Наверное, не знаю. Если вы первый раз проходили, можете написать, что, как у вас получилось собрать и на пони, и на магазин, или только все-таки на что-то одно. Потому что сердечек появлялось в день ограниченное число, ну и камни мне больше с них не падают. Ну и ладно, давайте пока мы ждем окончания социальной части, 3 минутки, как раз... Посмотрим еще одну штучку для сюда. Вот, у нас стартовала одиночная акция в честь окончания лета, и можно выиграть классную горку, которая как раз-таки на яблочной ферме, и школьницу... Не помню, как ее зовут. Очаровательную или умную какую-то там. И да, что я закрыла. Давайте, соответственно, сыграем разок в девочка-квестеры, пока мы ждем соцчасть. Вот, и как раз-таки я надеюсь, что вот эту горку их я смогу выиграть. Так, давайте, наверное, я сейчас помолчу и просто вырежу, потому что танцы вам вряд ли эти интересные, вот, а рассказать мне что-то как-то и нечего. Ей! Круто! Круто! Я надеюсь, этого хватит, чтобы получить горку. Ну, я еще и на школьницу, конечно, планирую пособирать, но я имею в виду сейчас, чтобы ее поставить. И да, вот она мигает. Ей! Горка школярная. Все, back to school. Давайте ее, наверное, вот сюда и поставим. Сейчас вот это посевы уберем. Надеюсь, она сюда влезет, на это пустое место. Я тут специально все засаживала, чтобы мыши не летучились. Так, где моя горка-то? Верните. Вот, школьный замок. О, какая. У них тут теперь и лагерь, и школьный замок, и все на свете, все... И музыка глючит. Это, я не пойму, глючит запись? Нет, судя по звуку, глючит и именно сама игра. А, это у нас Фезербэнкс прорывался в эфир. Я не умею разговаривать с девушками. В принципе, опять-таки, мы это с вами все читали. В общем, да, он выбрал свою единственную... Будешь моей особенной пони такой. Представляете, такой идете, вам такой, будьте моим особенным пони. У нас все получилось. История о сердечках подошла к концу, но не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Ура! Как я рада, что я его выиграла. Фризится все. Место встречи у нас теперь очень классное. Я начала запись еще раз, потому что что-то совсем все заглючило. Короче, я очень рада, что у моих школьничков теперь есть такое классное место. Давайте вернемся. А, у нас вот это в Понивилле, да, штука? Ой, у меня еще сердечки остались внезапно. Ну, я их, конечно, могу полопать, но в магазине, наверное, я уже ничего за них не возьму. Да, наверное, уже все закончилось. У нас, кстати, подвезли опять по ней. Легендарных, вот с ними
какие-то по случаю окончания лет, что ли. В общем, если что. Если вдруг кому-то очень надо. Так, я вообще, наверное, вот сюда выставлю. Давайте тут подвинем чутка все. Собак всяких, которые лапками трясут. И прочие няшности мы подвинем сюда. А тут мы поставим магазин, чтобы было удобнее собирать. В одну линию, что называется. Ой, как-то параспрайт недобитый. Так, и лавочку, скамейку сюда. Ну, мусор. Так, вылазь. Где мы тут? О, какой красотец. Красотец какой. И да, я потратила жетон на пропуск сегодня, так что вот вам покажу только так красивую модельку. Няшная эта самая построечка. Мне так очень нравится. Ладненько, стройся. 13 часов. Ничего сегодня жетон потратила? Вы не знаете? Я не знаю, например. Вот, и все, новая акция у нас пока никакая не стартовала. Следующая акция у нас будет про Starlight и Sunburst, про их родной город и, очевидно, их родителей. Ну, там, кроме родителей, было еще тонна всяких забавных пони, вот, фоновых, так что ожидаем. Я думаю, будет достаточно забавно. Ну и когда акция начнется, тогда я уже и сниму следующее видео. У нас тут у фонтана байки рассказывают. И Гарбл сейчас такой, сейчас придет такой и всех шоколадом из фонтана обрызгает. Я не знаю. Пишите в комментариях, чем у вас закончилась акция. Получили Блейз? Нет. На каком месте в соцчасти держались? И тогда до встречи в следующем ролике по этой игре. Надеюсь, этот был вам интересен. С вами была Тома. Пока.